Мы с вами живем в такой фитне, такая смута, субханаллах, когда очень много в этой жизни альфитен, очень много в этой жизни смуты. И очень быстро человек о том поддается. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще 14 веков предупредил нас и сказал, «Яти аля наси заман», придет время такое, то, что будет очень много смут. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил, сказал, «Как это айляйли муфлима», будет подобно темноты ночи. То есть ночью человек, когда идет в лесу, он не может, например, без фонарика, если не будет там луч луны падать на этот лес, он не сможет найти дорогу. То есть подобно вот так же будет то, что саллаллаху алейхи ва саллям сказал, подобно какой-то айляйли муфлима, будет подобно темноты ночи. То есть человек не сможет будет отличить, где халяль, а где харам. Где правильный путь, где неправильный путь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ямси мумин, ямси раджуль муминан, фаюсбиху кафира». Человек будет засыпать верующим, просыпаться неверующим. «А уюсбиху муминан, фаюмси кафира». Или наоборот, просыпаться верующим, засыпать неверующим. «Ябиа динаху биарады минад дунья». Потом, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил, сказал, то, что свою религию будет продавать, менять на гроши этой дуньи, на гроши этой жизни, этой дуньи.